Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, ну что, у нас событие, как я вам и обещал, ребята, это выживание. И поэтому я, наверное, начну сразу же именно с него. Тем более тут какой-то хороший пак в конце, смотри-ка. Интересно посмотреть, что там такое, что за пак. Поэтому давай проходить, но, естественно, ребята, не будет ничего здесь легенького. Так что, давай, поехали. Так, давай начнем, наверное, сюда бомбить. И давай сделаем вот так вот. Так, что у нас там дальше? Да мы сейчас добьем его просто-напросто, наверное, лучше. Ага. Лучом не получилось. Ладно. Так, ребят, вторая волна, блин. Вторая волна из шести. Ну, этого в первую очередь. Давай, опять же, ребят, бомбить. Ахилл нам пока не нужен. Зачем тратить его? Не будем. Слушай, это интересно. Это же у нас... Как его звать-то? Драгур, а почему он красный? Вопрос у меня такой, почему Драгур красный? Странно. В первый раз я видел черного, я видел синего, но красного. Так, хорош. У нас здесь 6 волн и 3. 3 битвы будет, да, получается так? Ну давай, наверное, этого уничтожим сразу же. И останется у нас... А как тебя звать? Это же у нас... А кто это у нас? Ну он ледяной. Получается, давай, наверное, его понизим по броньке и укусим. Оу! Несмотря на то, что, ребята, он ледяной, почему-то он бомбит не льдинками, а, извините меня, фаерболами. С какого, блин, перепуга ты так делаешь-то, а? Блин, а может они просто все заснеженные такие? Не пойму. Этот здесь тоже почему-то, ребята, аж бедный посинел. Как же ему тут плохо. Окей, ладно. Ох, ё, ребят, смотрите, уже довольно серьезный урон мы получаем. Блин, а нафиг я лаврыга-то бомблю? Нам надо вот этого уничтожать. Лаврыг для нас, ну, грубо говоря, ничего такого, опасности никакой не предоставляет. А вот этот охламон, этот да. Блин, он разбирается как-то сложнее. Блин, ребята, я ощущаю, сейчас будет фаербол, да? На 4-х-то энергиях. О! Он не стал делать. Ну и прекрасно. Ну что, Лаврык, по-моему, пора тебе сворачивать сумочки, да? Так, друзья мои, ну что, это у нас предпоследняя волна. Ну, кревета до гура... Вот кревета надо валить, ребят, потому что иначе потом будет все очень фигово. Так что, как ни крути, его надо. Потом вот этого. Этого уже оставляем с тобой, ну, уже на самый крайний случай. Сейчас бомбить будет фаерболом, да? Нет. Я просто фаербол этот, ребят, терпеть не могу его. Давай, наверное, мы сделаем, знаете что? Во, мы сейчас его возьмем вот так вот, в слепоту. Я вот просто думаю, он будет сейчас фаербол свой выпускать? Хорош, красавчик. Сыграл на папочку, молодец. Так же продолжай. И будет тебе счастье. Так, ну давай еще фаербольчик. Ну что же ты, ну что же ты? Не стал делать... А, подожди, мы сейчас знаешь, что делаем? Ну да, мы его опять же, ребят, возьмем в слепоту. Как вариант. Этот там что, будет просто бомбить? Типа не промахнулся. А этот сейчас, да? Этот вжучил не по-детски. Ну что, мы с тобой копим тогда энергию? Так, он промахивается, естественно. Но, друзья мои,
Так, но нам надо будет что сделать? Фу-фу-фу-фу. Нам надо подлечить наших бойцов. Коль на то пошло. Конечно, хотелось бы слепотой бы их тут всех, ребят, захомутать, но... Ёк-макарёк, что сейчас будет на четырех энергиях? Ауч. Ты серьезно? Аджижук, а? Да, ребята, он заблокировал, блин, не все. Давай, короче, я его, наверное... Так. А слепоту поставим сюда. Пускай он там будет ослепленный. Ха, нормально, то, что нужно сделал. Давай, наверное, я все-таки просто укушу. Было бы неплохо, если бы этот применил фаербол. Почему он этого не делает, я не знаю, друзья. Я знаю только, что его нельзя выпускать из слепоты, иначе будут очень плохие последствия. Тем более на последней-то волне. О, хорош. Так, минусуем, ребята, и... Минусуем. Окей. Ну что же, крутим колесо, и достается нам плод мудрости. Спасибо. Очень даже хорошо. Друзья мои, мы... Кашель достал уже. Так, мы получаем с тобой ареновский пак. Ну, это новичковский, так скажем. Костолом, Шторморез, Громель и все. А это что там содержит? Кого? Героических? Содержит героических? О, как. Нам до него еще надо добраться. Ты посмотри, ребята, в этом событии совсем другие драконы выступают. Мы с тобой выживание проходим уже не в первый раз, но вот таких драконов, которые у нас сейчас здесь в данный момент, я вижу вообще, ребят, впервые. Этот очень похож на Штормореза, вот этот вот. А этот похож на Громорога, но единственное, что он, ну, расцветка у него такая. Напоминает мне почему-то елку, заснеженную елку, да. Типа зелененькая такая с белым налетом. Окей, ладно, сейчас мы его разбомбим. Но это опять же, ребят, лишь первая волна. Все самое интересное еще впереди у нас. Я вот думаю, наверное, все-таки вот с этого начинать надо. Почему, ребят? Ну, потому что он шустрик. И мы его намного быстрее разберем, чем того самого хитреца. Но хитрец, друзья мои, понижает нам броню. Тоже такое не очень... Удобное для меня, да? Это сейчас спасает нам то, что маленький уровень у них пока, 16. И на четвертой волне ты не забывай, что прибавляется еще один дракон. Кто там будет, фиг его знает. Так, хиляться. Ну, хиляться, наверное, не стоит пока. Он какой-то, знаешь, он как чертик какой-то выглядит, ребят. Согласись, да? Как чумазый чертик. Или как чумазый этот, Шторморез. А, ты, значит, понижаешь атаку. Вот что ты делаешь. Точнее, делал. Понял я. Ну, давай, наверное, укусим. Я хильнусь. А стоит ли мне хиляться? Наверное, стоит. Сейчас он что-то... Ага. Так, ну что, ребята, вот. Да, это... Это, ребята, обычный барс и вепри, но выглядят они, смотри, как... Как новогодняя елка. Ну, что, прикольно сделали? Или все-таки это такой дракон, который есть на самом деле в игре? Просто мы не знаем его название. Ну давай, что-то там... Ах ты,
понижает. Конечно же, друзья мои, он понижает нам атаку. Мне надо что-то делать с кривоклыком. Воу-воу-воу, тише, ребятушки. Вы что-то тут раздухарились, я смотрю, не на шуточку. Может, хорош уже? Так, давай-ка мы, наверное, залечим раны. Но этот получил урон офигенный, потому что, ребята, броня у него, видишь? Броня понижена, и этот, видишь, туда же все лезет. Все лезет туда же. Все хочет уколоть, подколоть меня. Залечимся. Так, предпоследняя волна. И начнем, наверное, вот с этого опять же. Фух, поехали, раз, два. Понижаем броню. Так, сейчас вдвоем они ходят, этот. У нас есть, если что, плод мудрости. Главное, чтобы нас просто не запечатали, ребят. Если запечатают, будет фигово, я не смогу хильнуться. Так, теперь мы пробьем. Ну да, придется потратить. Придется потратить. Вот так вот сделаем. Да ты заколебал, а? И это сейчас... Нет, этот сюда не стал лезть. Хорошо. Ну добить-то, блин, ты его сможешь добить? Да, мы его добиваем, ребята, через отхил. А этот все лезет. Лезет, куда ему не стоит лезть. Посмотри на его физиономию. Дымовенок Кузя, твою налево. Нет, тут надо добивать. Ну и последняя, друзья, волна. Ну что, по той же самой схеме. Этот первый, второй и уже этот третий. Но единственное, что... Пу-пу-пум. Единственное, что... Сейчас нас тут начнут потихонечку размалывать. Как в мясорубке. Вот тут это, конечно, будет плохо. Вот то, что он промахивается, вообще прям бальзам такой на душу. А вот это сейчас понизит нам атаку. Блин, гаденыш, а. Мы от этого, ребята, что, что он понижает нам атаку, мы хиляемся намного меньше. По-моему, так. У нас же хил идет от урона. Верно же? А этот и рад стараться. И рад стараться, потому что брони мало, и он туда бомбит. Из-под тишка, блин, а. Ну, давай сделаем так. Мне просто кривоклыка надо хильнуть было. Ой-ой-ой, а что так, что-то нас так быстро тут как-то разматывают, если честно. Посмотри, у нас... Ну-ка. Ну, это последняя волна, тут, конечно, самый максимал получается у нас. И хорошо, что они прыгают по драконам, они не берут в прицел одного дракона, как-то определенно бомбят его до бесконечности. А он начинает, например, с этого, потом с этого. То есть мне дает как бы это небольшую передышку. Ну что, друзья мои, очередное у нас колесо, и выпадает нам здесь древесина. Так, ну что, забираем с тобой пак, который содержит героических. Шторморез, ужасный чудовище, костолом, водорез, рыцарь смерти, вострозуб, барс и вепрь. Кнут и прут. О, молодой прыгун. Чемпион хлысторез. Хм. Плюс ко всему, ребят, мы получаем с вами 250 рун. Так, и последний, заключительный у нас поединок. Блин, так хочу посмотреть, что там в этом новогоднем паке. Предновогоднем, так скажем. Это кто такие? Красненькие. Это же, по-моему, ледяшки, да? Заморозки. Морозное чудовище, по-моему, если не ошибаюсь. Блин, и два фиола. Плохо, лучше бы была бы синюха. Фиолетовые — это хитрецы. С хитрецами у нас тут не особо дела пойдут. Блин, они еще и понижают броню. Да хорош ты. Серьезно, блин. Всем понизили броню. Они, ребята, даже на 14 уровне разбираются еле-еле. Как же мы тогда будем с ними, когда у них будет там, я не знаю, 17-18 левел. Да причем их там будет уже 3. Я уже не знаю, ребят. А мне не нравится такой подход. Но это морозное чудовище. Да, потому что он не...
льдишками своими бомбят. Так, ладно. Может, как-то справимся. У меня, видишь, еще очень мало ребят осталось. Один мудрости плод и 4 прилива сил. Как бы далеко на этом не уедешь. Надо будет потом, ребят, наверное, поднакопить нам все-таки на слепоту и ей воспользоваться. И воспользоваться слепотой. Четвертого. Ёк-макарёк, да ладно, блин. Ой, он еще и красный. То есть он будет еще и зверский дамаг наносить. Зашибись. А эти и будут понижать броню, да? Ну, конечно же, ребят. И это только четвертая волна, блин. Фиг знает, что делать-то тут. Копитин. О, видишь, что творит. Видишь, что творит. Вообще замечательно. Вообще замечательно, я тебе скажу, блин. Да ты заколебал уже, а? Лезет он постоянно туда, куда его не просят. Добивай. Нет, не добьет. Все в шоке просто, блин. Пятая волна, ребята. Пятая. У меня плодов мудрости больше нету, как ты видишь. Раз, два, три. Ну, мы этого не пробьем. Единственный вариант, который я могу предложить, друзья мои, это вот так вот сделать. Промахнулся. Вот это хорошо, ребята, он промахнулся. Блин. Давай кого-нибудь из них, вали. Блин, ну почему ты того-то бомб... А! Ты нам уже не нужен, парень. Так, этого тоже списываем. А это только пятая волна. А почему я подумал, что это последняя? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Что я сейчас сделал, блин? Вот это я тупанул, друзья мои. У меня была энергия, я взял, потратил еще энергию. Молодец, блин. Ну вот, смотри. О чем я, ребята, вам говорил? Раз, два. Ну, потом... Там слепоту, если только придется брать. Этого буду сейчас бомбить. Ну, конечно же. Конечно же, они будут бомбить. Пипец. Да. Как это он так? И сюда, и сюда. Ну что, друзья мои, придется тратить еще. Да, траты, конечно, тут у нас получились, ну, блин, колоссальные. Неужели ему хана, а? Пипец, ребята, растоптали. Да бей ты одного-то, что ты, блин, туда-сюда, блин, метишишь, ты достал ты уже, блин. Ну серьезно, блин, он и туда, и сюда, блин, ну... Сейчас этого будет грызть. У меня больше нет, ребята, никаких.
как сказать, вариантов. Давай так сделаем, наверное. Потом вот так. Я надеюсь, ребят, сейчас мы его завалим. Есть. Фу. Шикарненько. Просто шикарно, друзья мои. Ну что, забираем наши награды. И... ну, вначале рулетку, конечно же. Так, 187 миллионов древесины получили. Так, ну что там? Забираем, ребята, пак. А, он на почту к нам пошел. Ну что же, хорошо, давай глянем. А здесь заберем призы. Ой. Так, ребят, нечаянно нажал на просмотр рекламы. Так, прогрузилось, да? Ну? Да что такое-то, блин? После этой рекламы, ребята, вечные, блин, какие-то проблемы. Так, забираем еще здесь 3 струны. Ребят, по-моему, 3500 нам нужно, чтобы купить новую территорию, если я что-то не путаю. А теперь давай смотреть, что же это за пак такой. Воу! Снежок, друзья мои, уникальный... дракон. Спасение дракона, спаси нового дракона. Блин, у меня нет места даже разместить его. Окей. Так, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, перерывчик сейчас сделаем. Мне надо кое-что сделать. И обязательно продолжим. Так, друзья мои, ну что, давай теперь забирать, собирать все, что у нас тут есть, что готово. Так, 6... рун. Так, отвлечь, пускай отвлекает. Я, кстати, ребят, хочу посмотреть, действительно, я смогу ли сейчас, вот в данный момент, купить себе новую территорию. Или, блин, 4500, может, я ошибся. Может, надо было 4500, а не 3700. С чего я вообще взял, что нужно 3700, а? Кто меня сбил с панталыги, друзья? 4700, короче, нужно. Блин. Что-то я обрадовался, да слишком рано. Ну, ладно. Всякое, как говорится, бывает, да? И на старуху найдется проруха. Так, давай посмотрим, будет парень повышаться или нет. Конечно же нет. Конечно же нет, сказал Рэй. Иди ты к чертовой бабушке со своим повышением. А ты что? Давай, лети, собирай. Крякает он мне еще там что-то. Блин, как же я, ребята... расстроился. Я думал, что мы сейчас купим, чтобы территорию расширим. Но нет. Но нет. Ничегошеньки. Блин, не выходит у меня, к сожалению. Ладно. Ладно. Так, что у нас тут? А ну-ка. Да что ты все время вот это яйцо-то мне даешь? Дайте мне... а назад нельзя вернуться? Ну-ка, подожди-ка. Блин. А еще разок. Нельзя, понятно. Я чувствую, там пахнет, что выпадет мне именно тусклый янтарь почему-то. Почему-то мне так кажется. Так, у нас с тобой дофигища древесины. Давай-ка мы ее куда-нибудь, я не знаю, потратим. Да неужели? Кипятильник, молодец, красавчик. Куда он полетел-то? А, тренироваться же, точно. А зачем мне надо было на тренировку-то его отправлять? Мне надо было рыбу, по-моему, собирать кипятильником. Что-то его... Ну, здравствуйте, приехали.
Повышенный шанс успеха. Ну да, повышенный, конечно. Все время вы это говорите мне, повышенный, повышенный. А нифига не повышаете. В общем, будем копить 4500. Да, друзья мои, по-другому, ну, блин, ну никак не получается. Просто никак. Эх, не было печали, да? Так, подожди, а куда еще можно древесину, ребят, нам? А, ну да, че я? Здесь мы отправляем. И здесь мы... Ой, подожди, вернись. Не то сделал, не то заказал я ему. Так. Окей, кстати. Может нам... Может нам прокачивать яркий ужас? Все-таки нормально древесины приносит. Согласись. Так, чего ему там надо? Блин, дофига рыбы надо. Ладно, пока пускай летит за древесиной. А мы здесь немножечко пошуршим. Так, еще одного отправили. Этого за древесиной. Тут нам... О, спасибо за плод мудрости. Как раз вовремя. Так, 280 лямов. Офигеть стоит он. 280 лямов, ребят. Одуреть можно. Ценники такие лупят. Ну, что у нас тут? Нам выпадает 4 руны. Окей. Так, гнездо. Полетел. У барсика что выпадет? Да ладно, 300. Но это не факт, ребят, что нам выпадет по итогу 300 железа, согласись. Ну, здесь тусклый янтарь, 100%. Если выпадает, ребята, тусклый янтарь при выборе, то будь готов, что 100%, ну, не 100, но 95% тебе выпадет именно, блин, тусклый янтарь. Тут парадокс какой-то. И вот только сейчас, ребята, я прошел мимо вот этой штуки и только вспомнил, что мы же, блин, хотели оборону же сделать. Но так как я уже без зубика отправил, ребята, оборону уже не получится у нас. Ага, давай здесь вот возьмем. Так, вот они, мои хлопцы тут стоят, выжидают, выжидают. Давай лети, не каркай там. Так, а ты что грустишь? Ты что грустишь, я тебя спрашиваю? А ну давай, на поиски. Нечего тут грустить. А ты? Все. Куда мне столько сломанных мечей? У меня за все время, сколько я, ребята, играю, он мне выдает вот эти сломанные. Куда? Где я их могу вообще... куда их применить, в конце-то концов? Где я могу посмотреть все это и куда я могу это, блин, применить? Я вот до сих пор, ребята, это не вдупляю, если честно. Понимаешь? У меня там уже их тьма тьмущая, по большому счету-то. Ты что, там порапался, что ли, парень? Скидки, конечно, скидки. Такие скидки, что мама не горюй. Мне такие скидки не нужны. Так, друзья, ну что, здесь я всех отправил. Здесь мы забираем с тобой бесплатный загадочный пак. А древесины как было немерено, так, блин, ребята, немерено и осталось. Так, кошмарный престиголов. 3 штуки. Скоро пойдем, ребята, обменивать всех. Но опять же, обменивать нам надо, ребята, будет тогда очень много тратить этих рун. А я, ну, честно говоря, не готов. Я не готов сейчас тратить руны, поэтому пускай пока все вот так остается, как оно остается. Угу, угу, угу. Древесины просто немерено. Я даже не знаю, ребят, куда ее потратить-то. У нас событий больше, к сожалению, нету. Найти снеговика. Вот он, да? Снеговик, спрятавшийся там от меня. А какой обмен? Обморозитель. Фига название. Ха. А, это образ.
пастух. Ну вот смотри, блин, вот этих 5 клыков я вообще, ребят, не знаю, как, блин. Это на обмен на зеленую смерть, а нам нужно обмен. Подожди, а кого нам нужно? Сейчас, секундочку. Подожди. А, нам нужно на великого смутьяна. Это нам, блин, нам надо вот эти вот штуки искать. Вот эти нам нужны. Да. Сумки эти надо искать, получается, да? И это мы только с тобой один клык получим по обменке, ребята. Только лишь один клык. Что там? Лучший подарок. Ну, пускай здесь стоит. Пускай стоит лучший подарок здесь. Так, древесину. Угу. Ее до сих пор еще много, ребят. Так, дальше мы. Ну. Якнок. Это какой-то напиток, что ли, ихний? Типа пивной, я не знаю. Якнок. Что такое якнок? Что там вообще в награды даются? Параплюй. 8800. Потопитель. Сосношип. Ну, ледоморт я видел. Крылострас, что-то знакомое. Ну, черничный грузонос. Снежный призрак здоровяк. Призрак Сноглота. Ледяной громелет. Камнелот. Скрытый мир. Беззубик. Интересно. Маленький южный. А это, видишь, это, видимо, ребята, образы. Ну да. Так, ну, вроде бы все, друзья мои. Давайте-ка мы на сегодня уже будем закругляться. И уже, как говорится, увидимся и продолжим в следующей серии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.